Привет всем, кто смотрит! В сегодняшнем видео я покажу, как можно делать коллаж из видео. Пример вы видите на экране. Можно делать поздравительные открыточки, проявлять свою фантазию. И все это делать мы будем в приложении InShot. Итак, приступим. Итак, мы открываем приложение InShot, выбираем вкладку «Видео», нажимаем вкладку «Новый», попадаем в свою галерею. На задний фон мы можем поставить либо видео, либо фото. Давайте начнем с фото. Я выберу пустой. Как видите, по умолчанию у нас эта подложка 3 секунды. Но мы сделаем длиннее. Допустим, как для сторис Instagram. Нам нужно около 15 секунд. Выберем, например, чуть меньше 15 секунд. Давайте сразу уберем водяной знак InShot. Для этого нужно на него нажать, после чего будет небольшая реклама, которую я вырежу, и этот знак исчезнет. Бесплатно снять. Итак, у нас есть задний фон. Мы можем поменять его цвет. Для этого мы идем во вкладочку «Задний фон», так и называется. Можем выбрать либо какой-то цвет, либо градиент. В моем случае это был градиент. И теперь, чтобы добавить на него видео, мы идем во вкладочку со смешным названием PIP. Снова попадаем в нашу галерею. Как вы понимаете, можно накладывать и фото, и видео, но наша задача сделать коллаж из видео. Выбираем видео со своей галереи. Вот оно добавилось. Я вам покажу, как сделать коллаж из 4 видео, но, как вы понимаете, можно делать из любого количества. Из любого разумного количества. Можно сделать, например, из 2 видео. Можно его очень слегка увеличить. Можно делать одно видео накладывается на другое. Возьмем второе видео. Тоже его слегка увеличим. Вот можно так расположить. В общем, все, как подсказывает ваша фантазия. И еще покажу один небольшой фокус. Например, мы добавили видео. Заходим во вкладочку «Маска». Где она у нас? «Маска». И можем это видео сделать в рамочке. Но квадрат это неинтересно. А вот, например, в кружке. И здесь можно сделать вокруг нее обводку. Можно порегулировать толщину этой обводки, цвет этой обводки. Пускай будет белый. Вот, например. И как вы догадались, это может быть видео в кружочке, может быть какая-нибудь говорящая голова блогера. Ну, это был такой просто ознакомительный экскурс. Если мы это видео никак не увеличиваем, не уменьшаем, то у нас на нашей подложке умещается ровно 4 видео вертикальных. И они получаются в стык. Здесь не нужно ничего, как я уже сказала, не увеличивать, не уменьшать. Все становится ровненько. Следующее наше видео вот такое. Выравниваем, здесь появляется направляющая, когда мы двигаем. И вот наши 4 видео ровненько встали. Вот, уже у нас получился коллаж. Но мы хотим сделать немножко интереснее, чтобы каждое видео появлялось с задержкой и с определенным эффектом. Для этого мы вот берем нашу шкалу, двигаем, например, задержка на 5 секунд. Берем первое видео, выделяем, слегка придерживаем и двигаем на 5 секунд. Дальше двигаем на 10 секунд. Второе видео выделяем, подвинули. И так каждое видео. Следующее 15 секунд и следующие 20 секунд. Теперь смотрим, они появляются постепенно. Эффекты мы добавим в конце. Теперь смотрите, они у нас имеют разную длину. Давайте их обрежем. Выделяем видео, которое хотим обрезать, разделить, удалить. Следующее видео разделить, удалить. Следующее видео разделить, удалить. Одно видео у нас короткое, поэтому мы зайдем во вкладочку «Скорость» и его слегка замедлим. Замедлим, и оно растянется на шкале времени. Даже чуть-чуть лишнее получилось. Выделяем, разделить, удалить. И теперь я хочу, чтобы они, вот так же, как они постепенно появляются, чтобы они по очереди в конце пропадали. Для этого тоже мы берем шкалу нашего времени, двигаем приблизительно на 5 секунд. Это видео у нас должно. Хвостиком его регулируем. Следующее снова двигаем на 5 секунд. Тоже берем этот хвостик, двигаем. И еще на 5 секунд. И тоже хвостиком его двигаем. Теперь смотрим, что у нас получилось. Они по очереди появляются. И также по очереди исчезают. И теперь давайте, чтобы они появлялись и исчезали с каким-то эффектом. Для этого выделяем по очереди сначала первое видео, заходим во вкладочку «Анимация». И смотрим, какие здесь есть эффекты появления и исчезания.
Мне понравился вот этот эффект приближения. Это на входе, так оно будет появляться. И здесь переходим на выход. И как оно будет пропадать. А пропадать я хочу, чтобы оно так уменьшалось. Соглашаемся. Тоже делаем со вторым видео. Заходим в анимацию. На входе оно с увеличением. На выходе с уменьшением. Так с каждым видео. Появление и исчезание. Последнее видео то же самое. Появление и исчезание. Смотрим, что получилось. Вот они плавно появляются. Также плавно исчезают. Нажимаем галочку «Соглашаемся». Как вы понимаете, это еще не все. Мы можем добавить текст. Выбираем текст. Здесь я писала времена года. Здесь мы можем выбирать цвет этого текста. Я выбрала такой ярко-красный. Можно делать обводку этому тексту, но я не буду. Тень можно подрегулировать. Тень можно сделать светящуюся такую тень. Давайте слегка такую сделаем подсветочку. Вообще вот такую делать сверкающую. Ну, выбираем либо одну, либо вторую буквочку. А, ну, пускай будет такая слегка с подсветкой. Дальше выбираем шрифт. Ну, шрифты здесь больше все-таки для латиницы. Для кириллицы здесь не очень большой выбор шрифтов. Мне вот такой понравился. Здесь выравнивание текста. Можно даже сделать закругленный, но нам это не нужно сейчас. И анимация текста. Он может появляться из прозрачности, может вот так, с увеличением, либо с уменьшением. Еще тут интересные эффекты вот такие, например, когда буквы в произвольном порядке появляются. Например, на входе я так сделаю и на выходе. Вот мне понравился такой эффект. Соглашаемся. И, естественно, на нашем готовом видео мы этот текст можем подвигать. Например, после того, как появились все картинки, мы его выставим. И в конце, когда уже картинки начинают исчезать, вот до сих пор я его растяну. И посмотрим, что у нас получилось в конце концов. Сначала появляется видео, потом появляется текст. Все, текст пропадает и постепенно убираются картинки. Хорошо, мы согласились с этим. Также мы можем на наше видео наложить музыку, если хотим. Сам InShot предлагает нам разную музыку. Christmas. Здесь мы выбираем альбом какой-нибудь. Послушать и добавить, если она нам понравилась. Дальше. В комментариях мне часто спрашивают, как добавить свою музыку. Для этого мы переходим во вкладочку «Моя музыка». Попадаем в галерею своего телефона, там, где у нас аудиофайлы. И оттуда выбираем звуковой файл. Я не хочу добавлять музыку, поэтому оставлю так, как есть. Еще я не показала, что можем мы добавлять стикеры. Все очень просто, так же, как и с текстом. Нажимаем на вкладочку «Стикер». Здесь снова выбираем «Стикер». И здесь у нас есть вот такие вверху вкладочки, где мы можем выбирать. Вот здесь тематические сейчас на тему Нового года, салюты всякие. Ну, здесь есть вкладочка «Скачать». То есть, если вы их скачаете, они сохранятся в вашем проекте. Давайте для образца возьмем какой-нибудь стикер. Для этого его надо сначала скачать. Стикеры скачались. Я выберу просто для примера какой-нибудь стикер, и мы его размещаем в зависимости от того, какая у нас задумка. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Стикер также можно двигать в начале видео, в конце, также растягивать его по времени. Я думаю, с этим все понятно. Получилось у нас такое видео, текст и наш стикер. Ну, поскольку нам он здесь особо не нужен, я его удалю. После чего нам остается только сохранить наше видео на телефон.
Для этого нажимаем вкладочку «Сохранить», выбираем разрешение здесь, максимальное, которое нам позволяет эта программа. Нажимаем «Сохранить», и идет сохранение на наш телефон. Вот, друзья, я думаю, что теперь вы уже сами понимаете, как можно делать и открыточки. Можно делать и с горизонтальных видео, и с вертикальных, в зависимости от вашей фантазии. Ну что ж, если видео было для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие видео на моем канале, и до новых встреч!